Вы же гриль исключительно предназначен для жарких сосисок. Ну а сейчас я более подробно расскажу о его особенностях. Для начала рассмотрим конструкцию. Обратите внимание, эта модель имеет 7 вращающихся роликов. Вы также сможете заказать грили с 5 и 9 роликами. Благодаря тому, что ролики вращаются, сосиски обжариваются равномерно со всех сторон и остаются в горячем состоянии длительное время. Корпус и ролики выполнены полностью из нержавеющей стали. В каждом ролике по всей длине установлены тены. Еще один плюс этого гриля заключается в том, что для экономии электроэнергии гриль снабжен 2 зонами нагрева с индивидуальными регуляторами уровня нагрева. То есть вы сможете включать только передний нагрев, это первые 4 ролика, или же только задний нагрев, это 3 последних ролика. Тем самым вы сэкономите электроэнергию. Сами же ролики вращаются за счет мощного привода, который установлен сбоку грилем. Мощность же такого гриля составляет 0,56 кВт. И подключается он в стандартную розетку, что позволяет установить абсолютно на любой кухне. Чтобы привести в действие этот гриль, необходимо подсоединить его к сети, включить основной выключатель на фронтальной панели. Рядом с главным выключателем расположены 2 регулятора уровня нагрева. Включим первый регулятор нагрева, загорится индикатор. Нагрев в таком положении будет происходить постепенно. Для того, чтобы нагрев происходил постоянно, необходимо регулятор довести до упора. То же самое проделывается и со вторым регулятором. В нашем случае работают обе зоны нагрева. Если же вам достаточно будет работать только на первых 4 роликах, то можно второй нагрев отключить. В комплект же гриля входит съемный поддон для сбора лишнего жира. Он устанавливается вниз под роликами. Принцип же этого гриля заключается в том, что сосиска, положенная между 2 роликами, нагревается равномерно со всех сторон благодаря непрерывному вращению ролика. Среднее же время приготовления при полной загрузке 5-10 минут. Производительность же составляет до 144 сосисок. В нашем случае максимальная загрузка составила 18 стандартных сосисок. Сосиски же были предоставлены компании Метро. Метро – это всегда гарантированное качество продукта. Ну вот, буквально через 3-4 минуты стал появляться аромат сосисок. Ну и к тому же они уже выделяют жир. И я бы хотела отметить еще очень важную особенность. При разогреве на таком гриле сосиски не меняют свою форму. Ну вот, осталось приготовить хот-дог. Моется же гриль очень просто. Для начала необходимо отключить нагрев и в режиме холостого хода притереть ролики влажной тряпкой. Использовать же металлические предметы нельзя, так как они могут поцарапать рабочую поверхность.